Хей, йо, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем пройти игру под названием South Park и Палка Истины. Походу нам нужно уже вернуться домой, уже слишком поздно. Этого мы и сделаем, в принципе. Карна, уже поздно, твои родители будут волноваться. Бежим вместе с костылем. Так, наш дом где-то здесь. Стой, дальше, дальше, дальше. Вот вот этот. Я думаю, меня повысят на самом деле. Теперь я был не старшим, а великий старшим. А, вот и он. Подружился с кем-нибудь, солнышко? Ничего сказать? Какой сюрприз. Уже поздно, малыш. Ступай спать, я приду позже, пожелаю тебе спокойной ночи. О, подождите, я могу в их комнату войти? А, мы уже были здесь, точно, 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 точно. Спокойной ночи, маленький мой. Надеюсь, ты так же рад, как и мы теперь, когда мы перебрались в этот тихий городок, городишко, и жизнь наладится. Нужно прическу сменить. Кажись, меня похитили немного. Разъяренные враги не могут восстанавливаться. Мне опять приснился, понятно, это не снится. Это мне снится. Что происходит? Что происходит? О боже! Господи Иисусе, это может быть пропаже больше серебрин еще раз! Блять, пожалуйста, нет. Я видел, что с ними делали. Или что-то пихали в задницу. Ого, это какой-то другой. Чё, блядь? Чё, блядь? Тебя впервые зондируют? Да, это больно, но ты должен с этим смириться, если живешь в отдельном горном городке. Зато у нас нет запоров. О, ты освободился, ты неплохо контролируешь свою задницу. А теперь меня освободи. Жми Е. А, это вот и есть. Подожди, я хочу прическу сменить, я не хочу быть, блять, как год. Где моя нормальная прическа, ёбаный. Ну, если сейчас на самом деле с такой хожу. Уже. Парик Токена. Подожди, а, вот так надо. Не, пускай будут мои лучшие волосы. Ты, наверное, отломал часть зонда, и теперь можешь управлять ее мускульной... Отлично. Это типа силовое поле, найди способ включить его. Когда ты меня освободишь, я тебе покажу, как выбраться с корабля. Инопланетный джагон. Забрать все. Вот я про джагон хочу прочесть на самом деле. Ух, нихера. Дылда молот. Молот. Единственная игрушка рекомендуется с сатаной. А это как раз то наказание, которое ты заслуживаешь. Дылда приручитель кисок. А мотор с 5 скоростями, отдельная для батареек и защитой от брызг. Пульт един. Так. Дистанционного управления. Щекотун для задней двери. Изготовлен наподобие рукоятки для управления мотоциклом. Это наносит раз так. Наносит гораздо меньше вреда, чем поиск администрации безопасности на транспорте.
использованы Джандо. Тщательно обсосаны после бурной ночи. Выглядит как волосы, которые постоянно остаются на маминой зубной щетке. Подожди, мне костюм дали? Пижама, одежда. Так, подожди, мне тогда нужно переодеться. А на самом деле, как, почему я вообще вхожу в, ну, с вещами, если мне их должны были, по идее, забрать? Мини-пришельцы. Шлем пришельца. Так, шлем пришельца. Зрение и слух усиливается до сверхчеловеческого уровня. Нужно две батарейки стандарта АА. Оружие носит на 10% больше урона. А здесь у нас что было? Нам спереди так. Оружие имеется в виду дальнее? Вообще оружие, да? А, так вот оно как делается, ладно. Изменить. Давайте попробую с этим. Так, как мне так сделать? Ах, тебе не попасть, сори. Ладно, погнали. С помощью функции осмотра ты сможешь прямо в бою узнать. Так, хорошо. Хорошо. Если ты не держишься так, можешь смотреть из оружия дальнего боя. О, здравствуйте, это запись. Если вы это слушаете, меня взяли в заложники на инопланетном корабле. Пришельцы вытворяют неслыханные вещи с моим реактивным отверстием. Но я вырвался на свободу. Я напуган и одинок. Я должен найти выход с этого корабля. О боже, они идут. Почему я стою здесь и делаю записи, в аудиозаписи? У меня нет на это времени, отстаньте от меня! Так, сундук. Сундучок. Хорошо, оружие ближнего боя и многие способности не могут использоваться. Ой-ой-ой, я не успел. Ладно. Му-му. Так. Хотите, давайте попробуем, типа. Как оно? А, и все. Окей. Он говорил. Бу. Но он сразу сдохнет. Бу. Ах ты, зараза, не сразу, ладно. Ну, им все равно тошнота наносит. Наносится, поэтому там все равно. Инопланетный лазер. Так, термодактин бластер разрешен в Техасе при наличии необходимой лицензии. Удар по всем вражескому ряду. Идеальная атака уменьшает количество щитов на 5. Понимаете, в чем херня? При идеальной атаке. Подожди, тошнота стоит. А чему я удивляюсь, подождите. Почему? Что врагу не нанеслось? Я ж типа прокачал, да? Я что говорил такое? Что? Что должно было случиться?
Урон. Кровотечение. Ой, короче, забыл, ладно. Космические деньги. А, вот и где-то я... А, это и есть блок лампады. Вызови лифт зонда, а то расширяется твою жопу, и нужно подключиться к нему. А чего я Рилли ожидал? О, замечаешь ли там теперь еще консоль и система? Возможно, они находятся над тобой в зоне технослужения, зонта другой под тобой. Хотя я помню, на какой нужно, я давно в этом не делал. Так, подожди. Что я... Чему я удивился? Кровотечение? Та было? Тошнота была? Чему я тогда удивился? Костюм пришельцев. Костюм пришельцев. У пришельцев сложилось одновременно мнение об анатомии за годы зондирования людей. Костюм похож на лифчик. Пушап. Так, получите щит, который блокирует два удара в начале боя. Херня. Мне хотя бы понять, куда я иду. Подождите. День второй. Очень хочется есть. Я искал еду, но единственное, что нашел, его это недоеданный бесполезный аудиожурнал. Почему я утверждаю, что если бы ясно, каждую следующую неделю мой аудиторию без пологу, мне нужно найти способ выжить. А я туда просто не дохожу, ладно. Хорошо. Му-му. Ваншот? Нихера себе. А, ну да, я же его оглушил. Поэтому ваншот. Инопланетная защита матрица. Добавляет 6 брони, снижая урон от атаки противника. Забрать все. Так, сломатый кристалл. День четвертый. Я уже звезду посмотрел, но не могу найти ни съесть, ни ничего подскажи мне выбраться из этого корабля. Только новый аудиожурнал. Они здесь везде. Я заметил случай и их полностью с начала до конца. Думал, что там есть какая-то полезная информация, но, похоже, это пустая пустышка. Бесполезная пустышка. Это пустышка, которая сводит меня с ума. О боже. Ну, вообще-то я еще чушь. Хуже некуда. Добавляет 15 урона при идеальной атаке. Забрать все. Так, нас интересует сейчас, где идеальная атака была. Точно, вспомнил. Я думаю, что на нас... Подожди, изменить. Сейчас. Больше урона. Я вспомнил. У меня аж этот, да? Получи 2 очка помощи при нанесении тошнотворного урона. Я наносил тошнотворным уроном. Дротик. Где? Почему не работает? А,
Может, я просто слепой не заметил? Типа... Не шарю. Ладно. Типа не шарю, ладно. Дальше в курсе. Да ладно, ну фу-фу-фу. Фу-фу-фу-фу-фу. А замечательно, ты там, блядь, сможешь ли ты вытащить меня отсюда? Скорее всего, нет, но очень подвижная ненафальная техника, вряд ли кто тут сможет. Чё, я нихера не увидел. А, увидел. Продолжай, похоже, вы уже близко. Я думаю... О, нет, нет, будет больно, включи, отключи, отключи обратно. Ну, сорян. Я знал, что тебе... на тебя можно положиться. Ой, все еще здесь, ладно, давай попробуем. Так, премия. Самый большой говнюк вселенной. Я не пойму, как мне... залезть это. Ладно, давай используем консоль. А-а-а. Теперь ясно. Теперь-то ясно. Подожди. Там дверь открылась, как мне туда попасть? И вообще, можно ли туда попасть? Окей. Агу, попробуем сейчас вот эту вещь, смотрите, оп. Му-му-му-му-му. Вот и все. А как-то изи. Одного спалили, второго подожгли. О, лестница. День седьмой. Мне удалось найти один из слегка забавный аудиожурнал. Женщина, которая была в правлении своей на этой корабле, есть аудиожурнал в каких-то бумагах, которые она оставила в шкафу у пришельцев. Это было круто, потому что этого не знал код. Хотя, когда я открыл шкаф, там было только какой-то приключатель... Приключатель? Чего? Хм, набор для анальной фотосъемки. Сколько видов тут дылда. Жесть. Так, планетный энергострел. Добавляет 15 шокового урона при идеальной атаке. Ну это при идеальной. А в нашем случае... Фу. И думаю, что... Арга, ты должен... Давай. Я ж угадал. Ладно, я напрягусь, подожди.
Знаете, первое, типа, там, ладно, видимо, ты уже не работает, дуй обратно к лифту. Типа, симфония, блин, была сыграна. Потом, ну, типа, более легче, да, но очень сложно было запомнить. А потом просто две нажать и все. Понятно, что это специально было сделано. Ладно, я не хотелось, чтобы ты это делал, но так и есть, одно и на консоль. Это внезапно, чело, круто. Будет, блядь. Окей, окей, так. Хоп. Только нужно сразу дротик. А. Хоп, готово. Поехали. Сразу заднего атакуем. Ни хрена себе. А, то есть мне такой урон наносит, ну я наношу такой урон, когда у врага нету ХП, да? Ну когда он встанет. Ладно, лучше не рисковать. Лучше сразу сделай так. Вы видите, тошнотворный урон работает даже если броня на нем, поэтому тошнота это идеально. За другие эффекты я не знаю. Перчатки пришельца. Получив одну очко помощи, приблокирую атаки. Перчатки сшиты из современной инопланетной фибры. Так, в лучших торговых цехах галактики. Так, подождите, где я ставил этот камень? Короче, я понял, это наебатора немного, да? Поэтому будем другое. При убийстве противника. Получить 3-1 очко помощи при дальнобойной. Ладно. Пускай так. Во, молодец, луна после отключена. Возвращайся, мы сможем отсюда. И мы сможем отсюда выбраться. Уже лечу. Уже поет маршал. Если ты потерялся в затерянном лесу, выберись напротив. Прекрасно, ты выжил. Хорошо, теперь используй эту штуковину, и мы сможем мы сможем пойти домой. Вы молодец. Спасибо, пацан. Я не знаю, как ты вообще настоишь или ты, но можешь считать меня своим другом. До встречи. Энерго... Так, белый энергокристалл. Чё? И что? Чем это является? Энергокристалл этот. В голову втыкнуть себе. Странно. А что за кристалл? Подождите. Находки.
задание. А-а-а. Ну ладно. Можешь потом пригодиться. Можешь к этому пойти, который любит этих. Как они называются? Саттрек. Ну, да, Стартрек, да, оно называется. Ура! Я нашел что-то похожее на еду. Это какая-то зеленая флоу-цена с лисой. Я ее собираюсь попробовать. Съесть немного. Ничего так, она острая, с ореховым брюхом. Возможно, что-то со мной происходит. Что это? Говорит по-немецки. Там кто-то есть. И кто это? Бродяга, верующий в пришельца. Отрицательный эффект. Зомби-фашист. Ребят, это зомби-фашист. Уязвим к вязкости. Иммунитет к тошноте. Ага. Ясно. Ну, мы знаем, как с такими разбираться. Мы знаем, как с такими разбираться. И добиваем. Вы даже видите, я не вижу этого механи, но я уже типа бац, бац, бац. Шапочка из фольги. Предохраняет от проникновения инопланетян в твой мозг, а также отгоняет правительство, китайцев, хакеров и собаку, которая приказывает тебе убивать людей. Добавляет 6 брони, снижая урон. Урон и от тошноты. А, урон от инопланетянинов. Ну так, я уже почти, считай, закончил. Куда мне идти? Может, потом еще будет... Может, мне все-таки одеть? Подождите. Что моя дает? Не, мне просто чувствуется, что лучше одеть, на самом деле, шляпку. Не зря мне ее дали. Ну, пока, давайте, пока мы не выберемся отсюда. Хотя бы. А, там нет. Ну, ладно, давайте так. Стой, а где выход? Стоп, а где выход? Я чё-то не понял. А, точно. Так, высадьте до 25 здоровья из цели истекающих кровью. Ни хрена себе. Инопланетный зонд. Он способен передавать инопланетянам жизненную важную информацию, имея 17 вибрационных режимов. 20 брони пробивает. Так, изменить. Положить. Так. 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 Шоковый урон. А ну-ка, подожди, подожди, я хочу шоковый урон посмотреть. Ха, какой-нибудь светящийся, да? С эффектом. А, нет, мне нужен 15% урона. Наверное, считается, когда у меня именно такой показатель, видите, когда урон. Ну, типа, на мече. Тошнота, скорее всего, это имелось в виду. Ну, блин, так, ну это не работает на оружиях дальнего боя. Блин, херово. И на самом деле жалко.
Я сейчас исцелюсь. Щиты направлены. Короче, я понял. Тебя, да, нужно сломать? Тебя, приятель. Начнем. Подожди, у него сопротивление было? Ну, ясно. Плохо. Тогда мне ничего не остается, если не сопротивление к стану. Ладно, этот сдохнет. Эйзен. Да, это хороший, типа, предмет. Почему он не сказал? Да. At what location? А где именно? How many people in the Сколько town? Людей в городе? Get in there and cover it up. Иду туда и позаботьтесь обо всем. Это все. Пошевелитесь, ребята. Еще одно НЛО разбилось. Чего так быстро? Соус парка. Все. Опа, получено обновление. Так, ну все, я думаю, типа шляпу можно менять. На что? Что у нас было? Мне кажется, оружие имеется в виду ближнего этого. Так, что мне дали? Мне что-то дали или мне ничего не дали? Или обновление? Что у меня? С 9 уровня, да? Так, способности. Вони чары. Это магия довольного боя, которая создает огненный взрыв в мире. Удержите П. Наведите заклинание на цель с помощью мыши и отпустите, чтобы наколдовать вони чары. Твое заклинание рев дракона может создавать огненные разрывы в мире. Встань рядом с огнем и удержи П. Отпусти П, чтобы наколдовать рев дракона. Чика покемоны. Ну, пойди, теперь я могу эти юзать. Так что у меня, правда? А, как они называются? А, боже мой! Они появились откуда ни возьмись. Сначала было жуткое землетрясение, а потом жара. Ты разве не видела об этом? Во всех новостях показывают. Мощное землетрясение, мгновенные пожары в районе Южного парка разбудили жителей города прошлой ночью, Карлу и Бикини, с места происшествия.
Том призовет он не сразу завершать все, что не произошло, ничего необычного. По их словам, единственная причина, по которой были изводы гигантские шахты раскрывать территорию, является строительство нового Taco Bell, открыто которое состоялось в текущий месяц. Спасибо Карлу Обещаю в Taco Bell. Мэр Южного парка утверждает, что вчерашний толкнул в здоровье под контролем, а также выражает надежность, что школы предложили совсем... Это ужасно, ты не понимаешь, эльфы. Они забрали палку! Эту херня разбрали, потому что так и нечестно. Мы не договаривались не трогать палку ночью. Эльфы, мелкие грязные обманчики, нам придется спать. Прожить землю, там брушат развить способности быстро друзей. Сердчему, моему королевству требуется войны. Повелять тебя найти в земле Зарона. Отыщи готово и отдайте это его. Умри их, присоединись к нам, дабы мы смогли стереть землю. Сраные жульки. А, письмо Готэм. Ну, это понятно, который за двором был. Но мы с вами на самом деле давайте закончим на этом серию. Я просто пришел узнать, захочешь ли ты, ну, поиграть. Новое задание. Завербуй готов. Ладно, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.